Всем доброго времени суток! Сегодня специально для Ярбалы я научу вас, как сделать очаровательных ангелочков из ракушек. Для изготовления ангелочков из ракушек нам понадобятся ракушки вот такой формы. Ракушки вот такой формы. Бусины. Ножницы. Шнурок. И такая цепочка. И наш друг горячий клей. А также стразинки для украшения. Так, начнем. Если вы обратили внимание, форма этой ракушки, она уже напоминает ангелочка. Вот крылышки, вот тельце, не хватает только головы. Сейчас мы сделаем настоящего ангелочка из ракушки. Итак, начнем. Берем бусинку. Отрезаем от шнура кусочек. И продеваем шнурок в отверстие нашей бусинки. Надеваем наши хвостика на той стороне. Мы сейчас здесь завяжем узелок. Узелок мы завязали снизу и сверху, чтобы у нас наша бусинка была на месте. Теперь мы сделаем нимб нашему ангелочку. Смотрим, какую нам длину цепочки нужно отрезать. Вот получился нимб. Теперь берем ракушку и приклеиваем нашу бусинку. Вот у этой ракушки уже крылышки есть, но я решила их сделать более выраженными. Для этого я приклею сюда еще две ракушки. Такой ангелочек у нас получился. Но мне хочется сделать его нарядным, поэтому я буду использовать стразики для наклейки. Буду также использовать горячий пистолет.
Ну, вот такой ангел получился у меня. Милый, оригинальный. Сделали мы его буквально с вами за несколько минут. До новых встреч и удачи вам в творчестве!